Про Грузію далі поговоримо. Намагаємося зрозуміти, чи є нові вимоги до влади, до уряду. В цьому нам допоможе розібратися Ніна Хеладзе, керівниця проєктів ресурсного центру журналістики в Тбілісі, фахівчиня з комунікації. Пані Ніно, мої вітання вам. Доброе утро. Спасибо за включение. Слава Украине. Героям слава. И вам доброго ранку бажаємо з Києва. Скажіть, будь ласка, ми тут, українські журналісти, почули від, власне, колег із Сакартвело, із Грузії, про те, що є вимога до уряду, до влади відставки уряду самого. Це вимога все-таки суспільства і громадян, чи це все-таки вже якісь ігри опозиції почалися? Як тут зрозуміти? Спасибо за вопрос. Я не очень хорошо владею украинским, но я думаю, что я правильно поняла ваш вопрос. Мы в Грузии оцениваем эти протесты и эту победу, победу народа. То есть мы не хотим связывать эти процессы с конкретной оппозиционной или конкретным оппозиционным лидером, потому что, в принципе, это была беспрецедентная акция, где мы видели, как молодежь, молодые активисты, студенты и их лектора вышли все вместе на улицу для того, чтобы защитить наш европейский курс. Наше население неоднократно показывало, что они реагируют очень резко на все, что касается нашего европейского курса. Я уверена, вы помните события, которые были в прошлом году, в 2022 году, в июне, когда мы, к сожалению, не получили статус кандидата, но с радостью, мы рады, что вы это смогли, Украина и Молдова, и опять же подчеркиваем, что мы этому рады, но когда мы не получили статус кандидата, тогда тоже те же самые процессы произошли в Тбилиси. Около 8-10 тысяч людей вышли своей волей на улицу. То есть, когда речь идет о выборе Россия или европейское сообщество, там выбора для нас не существует. Наш народ и молодежь, и профессиональные круга, все, большинство из них подчеркивают, что тут выбора нет. Россия враг. Наша семья – это Европейский Союз. И, в принципе, вот это очень настоящее ощущение и настоящий протест привел к этому итогу, что большинство парламента, которое 2 дня назад приняло сама этот закон первым слушанием, через 2 дня сама же отозвала. Это была победа, но это была победа народа, беспрецедентная, по разным оценкам. Президент України Володимир Зеленський, он в своєму обращенні рассказал о протестах в Тбилиси, и он сказал очень интересную вещь о том, что Украина ждет Грузию тоже в статусе кандидатки на вступ в Европейский Союз, и потом мы все вместе и с Молдовой тоже будем в этой европейской семье. Грузинские медиа обговаривали ли эту прямую речь президента и была ли какая-то реакция на это? Мы, конечно же, с большим интересом всегда наблюдаем за процессами в Украине и особенно за выражениями, которые использует президент Зеленский. Потому что его слова очень важны не только в контексте населения, но в контексте нашего ассоциированного трио. Потому что, я уверена, ваша аудитория знает, что мы член Восточного партнерства страны. И плюс Украина, Молдова и Грузия всегда рассматривались в едином контексте, в ассоциированном трио. Поэтому для нас очень важно, чтобы это трио не разрушалось. И, конечно же, каждый раз, когда президент Зеленский подчеркивает наше единство, это очень сильно влияет на наше понимание, что мы опять члены этого трио. Несмотря на то, что наше правительство и правящая партия допускает ошибки, и мы очень жалеем, что мы не можем более четко выразить нашу солидарность,
солидарность, потому что наше правительство избрало очень странный путь вести иностранную политику. Но я уверена, украинское население видит, как народ Грузии стоит рядом с вами. Поэтому все слова, которые президент Зеленский говорит и обращается к народу Грузии, это очень важно и интересно рассматривается у нас тут на месте. Потому что наша цель, она едина. Мы едины в нашем желании стать членами Евросоюза. И мы думаем, что это будет гораздо легче и быстрее, если мы это сделаем все вместе, все три страны вместе. Поэтому да, конечно же, слова президента Зеленского мы получили, услышали, и очень приятно эти слова слышать. Две минутки последних. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что сейчас основное требование к власти – это именно статус страны кандидатки на вступ? Абсолютно верно. После того, как сообщество Грузии выиграло эту маленькую битву, но очень важную, против этого законопроекта, который на данный момент находится на рассмотрении Венецианской комиссии, после этого процесса опять же активизировались процессы 12 пунктов, которые мы должны обязательно исполнить для того, чтобы получить статус кандидата. То есть сейчас вся концентрация, по оценке разных специалистов, должна пойти для того, чтобы мы консолидировались вокруг этих 12 пунктов, исполнения этих 12 пунктов, получения статуса кандидата. И плюс, конечно, мы не должны ослаблять наше внимание, потому что мы знаем, что это была маленькая, но важная победа. Но, опять же, анализируя слова инициаторов этого законопроекта, риски до сих пор существуют. Поэтому специалисты коммуникации и политологи рекомендуют, чтобы мы все равно были очень осторожны. Потому что примерно 3 месяца понадобится Венецианской комиссии, чтобы рассмотреть эти 2 документа. И после 3 месяцев процесс может восстановиться. И плюс мы знаем, что сказали инициаторы законопроекта. Они сказали, что они должны работать активно с населением для того, чтобы объяснить им, о чем законопроект, потому что они думают, что провалился законопроект из-за того, что не было правильной коммуникации, что не является правдой, но что указывает на их планы, что они собираются в будущем делать. Дякую, Мадлоба. Спасибо вам большое за это включение. Дякую. Грузія, Сакартвело, з нами була на зв'язку. Ніна Хеладзе – це керівниця проєктів ресурсного центру журналістики в Тбілісі, фахівчиня з комунікацій.